Хорошо, Даци, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Великолепно. Я так наполнилась энергиями, я прочувствовала каждую чакру. Это такая радость, чистота и счастье. Замечательно. У нас остались 10 вопросов к вашему куратору. И сейчас мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. Я делаю запрос в энергоинформационном пуле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Даци. Мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Даци. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Приветствую всех в этой комнате диагностики. Называйте меня Шарон. Шарон. Приветствуем вас, уважаемый Шарон. Вы куратор или учитель? Даци? Куратор. Хорошо. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили ее чистку, убрали все, что ей мешало. И у нее остались 10 вопросов, которые мы хотели бы вам задать. Я благодарю за эту чистку. Во благо. И отвечу на интересующиеся вопросы. Благодарю вас. Я начинаю с первого вопроса. С какой планеты пришла моя душа? Со звезды по имени Солнце. И мы приветствуем представителя звезды Солнца в нашей комнате диагностики. Мы очень рады вам. Благодарю за это приветствие. Хорошо, идем дальше. Какова моя миссия? Второй вопрос. Какова моя миссия на планете Земля? Светить, как и любое солнце, нести тепло, свет, жизнь и радость. У тебя есть лучи, которыми ты насыщаешься. Это энергии, которые проходят через тебя, наполняя тебя, делая круг и раздавая. Происходит свечение, но происходит оно только тогда, когда ты в гармонии, и мысли твои сбалансированы и четки. Когда ты понимаешь, что происходит внутри тебя, с пустотой ты можешь давать только пустоту. Ты как перерабатывающая биоструктура, которая поглощает все энергии вокруг себя, перерабатывая их в солнечную энергию доброты и света. Твоя искра не должна погаснуть, помни об этом. Нести свет, добро и тепло — это и есть твоя миссия. При этом не забывай, что ты должна быть наполнена этим. Что бы ни случилось, ты перерабатываешь все в позитивные энергии и выдаешь их назад. Благодарю. И я благодарю вас, уважаемый Шарон. Следующий вопрос. Третий. Следую ли я в настоящее время правильному пути души? Раз ты находишься в этой комнате, значит, интерес к тому, что нужно душе, ее развитие, чистки растет и укрепляется. А это значит, ты на правильном пути. Жить в соответствии с душой, оставлять свои решения так, чтобы душа была чиста, это самое главное. Принимая решения, советуйся с душой. Живи по совести, в добре и, соответственно, здравии. Защищай свои энергии и продолжай развиваться. Такой будет мой ответ. Благодарю вас, уважаемый Шарон. Четвертый вопрос. Мне не совсем понятен, возможно, вы знаете лучше свою подопечную. Какую задачу мне еще предстоит выполнить с моим отцом? Отец написано с большой буквы. Здесь несколько задач, но самое главное – это прощение и принятие. Как я уже сказал, ты перерабатываешь все эмоции, выдавая их в позитивные энергии. Для этого, как говорится, ты не принимаешь все близко к сердцу. Представляю, что внутри тебя есть особые энергии, которые перерабатывают любой негатив, выдавая его в позитивный свет. Поэтому какие бы задачи ни стояли, внутри тебя происходит переосмысление в позитивную сторону. Это твоя особенность. Продолжай. Благодарю вас. Пятый вопрос. Каковы мои самые сильные таланты? Это и есть один из твоих самых сильных талантов. Умение перерабатывать негатив, не пропуская боль через себя, ища
позитивный совет и хорошие стороны в любой ситуации. Оставайся в этой стадии. Не углубляйся в негатив и не подпускай к себе его. В том аспекте, который задевает твою душу. Не подпускай негатив к душе. Перерабатывай его на уровне сознания, осознанности, находя позитив и радостные стороны происшествия, выдавая это теплом и светом. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Есть ли рядом со мной человек, который хочет помешать моему пути развития? Таких людей нет. Я скажу немножко образно. Люди, которые рядом с тобой, твои учителя. Кто-то учится, равняясь на тебя, а кто-то выдает свои эмоции, становясь твоим учеником, учителем. Ты перерабатываешь, как я уже сказал, эти мысли, сравниваешь, что нужно тебе, анализируешь и выдаешь им светом своего решения. Твоя душа должна развиваться, и это решение непоколебимо внутри тебя, независимо от учителей и учеников в лице людей вокруг тебя. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. На каком уровне находится мое высшее «Я»? На 11 уровне. Благодарю развития. Вас. Восьмой вопрос. Сколько у меня кармических узлов и сколько еще нужно пройти? Ты на 3-м кармическом узле заканчиваешь прохождение. Осталось 2 впереди. Благодарю вас. Всего, значит, 5. Хорошо. 9-й вопрос. Какие ограничивающие программы еще нужно изменить? Ограничивающие, я так понимаю, развитие. Безусловно. Программы. Да. Не принимай чужой негатив близко к сердцу, как я уже сказала раньше. Не пускай его к себе в душу, потому что от него твоя душа становится опустошенной. Ты не должна допускать негатив в душу. Все анализируется в голове. Анализируется и проходит дальше для исправления в позитивную энергию, которую ты выдаешь своими действиями, реакциями и позитивным настроем. Это главное и это важно. Я надеюсь, я понятно объясняюсь. Я вас отлично понимаю, уважаемый Шарон. Безусловно, так и есть. Все понятно. Тогда, пожалуйста, продолжай. У меня остался последний, 10-й вопрос. Как я могу повысить свою уверенность и веру в себя? Всегда помни, кто ты. В тебе текут энергии солнца, а солнце приятно всем, если оно не испепеляет. Поэтому представляй свои энергии сгармонизированно, обтекаемо, с приятными лучами изнутри. Тебе есть стержень и сгусток солнечной энергии, очень теплый, радостный и притягательный. Постарайся представить его, свизуализировать и храни его всегда внутри, не распыляй и не опустошай. Твои солнечные энергии также проходят через тысячи маленьких информационных каналов внутри биоробота. Ты излучаешь тепло и свет через руки, глаза, мысли, как я уже сказал, действия и реакции. Старайся, чтобы они были как можно позитивней, спокойней и радостней. Никто не любит всплески солнечных энергий, да и тебе от них тяжело. Старайся сохранять баланс и излучать приятный свет. Я активировал твои солнечные энергии внутри тебя. Благодарю. Я только хотел вас об этом попросить, уважаемый куратор Шарон, но вы уже сделали. Я благодарю вас за эти ответы. Чувствуется опытный куратор, знание в вашем каждом слове. И чувствуется, что вы жили на Земле. Вы проходили этот опыт тоже здесь? Да. Опыт земной был. Почему я спрашиваю? Потому что в нашей комнате диагностики есть очень добрая традиция. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. В твоих руках, Верочка, появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3.
Мы спрашиваем разрешения куратора Шарона, можем ли мы передать ему этот скромный подарок в знак благодарности за его помощь, за его ответы своей подопечной и просто на добрые воспоминания об этой замечательной встрече. Великолепные ягоды, наполненные солнечным светом и теплом, отдают это тепло и здоровье назад. Вы видите, как взаимодействует солнце с некоторыми объектами. Также ты, даря тепло и излучая радость, ты притягиваешь к себе определенные энергии, которые приносят свои плоды, как эти ягоды. Подумай об этом. Я бы хотел еще добавить, что энергии солнца, они гибкие, как сгусток золотым цветом. Больше к желто-оранжевому. Это ей поможет в визуализации, когда она будет работать со своими энергиями, безусловно. Совершенно верно. Я благодарю вас за эту встречу и этот волшебный подарок. Уважаемый куратор Шарон, передавайте привет вашей замечательной звезде Солнце. Мы будем рады всем кураторам Солнца, которые достучатся до своих подопечных. Мы готовы со своей стороны убрать преграды, которые у них на пути, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Да, на Солнце, можно так сказать, прошел слух, то есть возможность встретиться с подопечными. А и еще... это очень приятно. Замечательно. Нам довелось с Верой один раз по приглашению души Солнца посетить. Скорее всего, мы были на околоземной орбите. Вот, околосолнечной. Это... Околосолнечной, прошу прощения. Околосолнечной орбите, безусловно, да. И потом 2 недели отходили от этого излучения, которое мы там получили. Но получили незабываемый опыт и впечатление. Я благодарю вас, уважаемый Шарон. Мы очень рады были этой встрече. И на этом месте я говорю до скорых встреч. Всего вам наилучшего. Видимо, вы не одели термоизоляционные скафандры. У нас была защита той души Солнца, которая установила эту защиту вокруг нас, но, видимо, она была недостаточна, и нам нужно было действительно установить эту термозащиту, да. У нас потом, когда мы под водопадом стояли, он в пар превращался, все. Но опыт любой, опыт ценный. Это один из примеров, как может действовать Солнце. Именно поэтому я сказала, что нужно найти обязательно свой баланс. Замечательный пример. И на этом месте благодарю вас, уважаемый Шарон. До скорых встреч. До скорых встреч и всего вам наилучшего. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Даци. Мы закончили встречу с вашим куратором Шароном. Вы получили все ответы на свои вопросы. Да, мне очень понравилась активация. Я вижу этот золотой стержень внутри себя. Он переливается из одного состояния в другое и светит, как солнце. Благодарю вас за эту встречу. Во благо.